Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой поиграем в игру, в игрушечку под названием Journey to the Savage Planet, в общем, путешествие по диким планетам. Игрушечка старая, ребят, да, у меня сейчас на канале проходят именно старые игры, старые, но прикольные. Вот, когда-то я эту игру играл, ребят, когда у меня был старый канал, и я там ее проходил, вот, но так как старый канал удален, по известным причинам, я ее прохожу теперь для нового. Вот, не помню, что в игре, честно, не помню, ребят. Я помню то, что мы сейчас будем играть за путешественника, который попадет на планету. И у нас будет вот сломанный, видишь, вдали корабль стоит. Это наш корабль, он будет сломанный. И его нужно будет отремонтировать. Да. Ну что ж, поехали. Давайте, я тут запускал, посмотрел. Именно по оптимизации. Настройки тут вроде подкрутил. Так, выбрать тип игры. Да нормальной игры. Лучшее место, чтобы начать свои приключения, да. Игрушечка, ребят, простая. Вот, она до безумия, ребят, простая. Но такая прикольненькая, знаете. Вот, она прикольненькая, но простая. Вот, она как бы простая и прикольненькая. Мы летели с Земли до Destination. Как бы планета ARV-26. Error, ошибка. Мы упали на нее. Мы упали на эту планету, и все, жопа, ребят. Это мы. Привет, меня зовут Мартин Твит. Я президент и генеральный директор Kindred. Спасибо за участие в программе «Первопроходец». Более 30 лет назад Kindred помог человечеству выйти за пределы Земли. И я с восторгом объявляю, что многие эксперименты называют четвертой в рейтингах лучших компаний по исследованию Вселенной. Экстремального климата, с которого мы начинали. Кстати, реальный ролик. До линии спортивной обуви, роскошной одежды для выживания. Кстати, говорит, там кран побольше. Мы постоянно стремились вести человечество вперед. От морского дна и до самых звезд. Наш следующий шаг – перейти от исследований к колонизации. Именно поэтому ты здесь. Наши ученые определили нескольких планет, которые могут подойти для жизни людей. Тебе досталось ARU-26. То есть нас отправили на эту планету. Твоя задача – исследовать поверхность планеты, описать местных существ, угрозы и возможности, и отправить данные нашим ученым в Kindred для анализа. Чем больше ты найдешь, тем лучше мы сможем направлять тебя и давать цели тебе и твоему напарнику. Если он у тебя есть. Следует помнить, что несмотря на все усилия по обеспечению комфорта и безопасности путешествия, недавние сложности с бюджетом и неизвестная природа препятствий означают, что мы не смогли выделить тебе оборудование. Но не волнуйся, твой корабль будет оснащен 3D-принтером, который может сделать из старого космического мусора что-то стоящее. Одна маленькая деталь. Все топливо корабля ушло на дорогу с Земли. Тебе придется найти местные ресурсы, которые можно будет переработать в топливо. Если, конечно, ты не захочешь остаться на этой планете на всю жизнь. Впрочем, не буду тратить твое время. Ты ведь наверняка уже рвешься исследовать. Удачи. По мере отправки отчетов мы будем выслать тебе обновленные сведения о программе. Постарайся не умереть. До скорого. Вот такой директор. Вот эта компания нас отправила на эту планету. Если ты не понял. Да, вот эта компания нас отправила. Это предупреждение, Кит. Добро пожаловать, меня зовут Ико, и я буду помогать тебе в твоих заданиях. Но сперва, пожалуйста, зайди в компьютер и пройди краткий опрос, если тебе не сложно, чтобы мы были уверены, что у тебя с головой все в порядке. Ага. Ну, пойдемте. Kindred технологии, Kindred Technologies.
Давай, загрузка что-то у вас идет хреново. Новый отчет. Кажется, у тебя получилась хорошая работа. Согласно твоему контракту о поощрениях для действующих сотрудников Киндреда, тебе предписывается регулярно отправлять отчеты о задании. Давай, начнем. Одна из моих задач — постоянно оценивать твое психологическое состояние. Космическая болезнь для некоторых исследований была проблемой. Тебе не затруднит выбрать свой портрет из этой галереи лиц? А мне нужно выбрать свой портрет из этой галереи лиц. На кого я больше похож? Ну, ребят, я, наверное, вот на этого больше похож. Я в жизни вот так же выгляжу примерно, если кто-то не знает. Я вот так вот в жизни выгляжу. Спасибо. Хорошо, что у тебя еще не поехала крыша. Это как посмотреть. Спасибо за за уделенное время. Исследователь такой-то. У нас даже имени нет. Прикиньте, у нас номер. Мы исследователь, у нас номер. Это конец отчета. Пожалуйста, нажми кнопку «Отправить», чтобы отправить свои ответы в центр обработки данных Kindred. Наслаждайся путешествием и никогда не умирай. Эта игра, кстати говоря, кооп. В нее, в принципе, можно играть вдвоем. Вот. Видео — это, по-моему, то, что мы сейчас посмотрели. Сообщение. Добро пожаловать. От Kindred приветствуем имя исследователя. Поздравляем с первым днем твоего великого исследовательского приключения. С нескрываемой радостью приветствуем тебя на планете такой-то. Ты ключевое звено в миссии Kindred. Ну, в общем, знаете, напутствие стандартное. Вот теперь можно начинать исследование. Пожалуйста, спустись по лестнице и встань в телепорт. Там я тебе разложу на пупырки на этой славной планете. На чего? На пупырки? А здесь что-то можно было сделать. Восстановить работоспособность дротика. Как бы я сильно не хотел отправить этот корабль обратно на Землю, чтобы у тебя была возможность повидать своих близких, если они у тебя есть. Это невозможно. Пока ты не найдешь на планете нужный источник топлива. Туда и обратно. Новое задание. Нам нужно, ребят, топливо найти. То есть, чтобы нам улететь с этой планеты, нам нужно топливо. Вот, видишь, здесь как бы вдвоем можно летать. То есть, эта игра, в принципе, коопная. Но можно спокойно играть и одному. Новые публикации обнаружены. Ход Garbage. Продолжай следовать дальше игру, чтобы получить доступ к этим содержаниям. Ну, это... Добро пожаловать на ARQ-26. Это не слишком похоже на планету. Скорее, на разбросанные взрывом камни. Задание только что стало на 100% интереснее и примерно 50% смертельнее. Для помощи в твоих исследованиях дротик располагает отрядом маленьких роботов-дронов, которые могут осуществлять базовую разведку окружающей среды. Пожалуйста, запусти их, открыв внешний люк. А у нас тут, кстати говоря, вот такой сканер есть. Да. И такой сканер есть, и на Z. Текущую цель на Z. Вот так, раз, и на Z можно посмотреть. Давайте посмотрим. Так, дроны у нас не летят. Понятно. Это дроны, которые будут нам помогать. Отлично, теперь они будут подсказывать тебе, где приблизительно находятся ресурсы, и давать другую важную информацию. Дротик довольно сильно ударило, и нужно просканировать наружные, определить степень ударистости. Не забывай постоянно сканировать все, что видишь вокруг. Камера передаст данные в штаб-квартиру Kindred, и они пришлют тебе чертеж для всяких крутых штук. Тогда ты сможешь собрать разные штуки, чтобы из них изготавливать штуки с чертежей, и потом эти штуки, потом тебе скопироваться штук. В общем, короче, штуки делаем для штук и штуки в штуке. Ой, как все это сложно. Так, нам надо отсканировать, да? Люк запуска картографов. Картографы заказывают... заказывают. Картографы называют этот люк своим домом. А, или называли бы, будь у них разум. Так, вот здесь что-то у нас течет. Топливные баки целы, но пустые. Если тебе удастся найти местный источник топлива, ты сможешь вернуться домой. Если нет, поздравляю, ты уже дома. Понятно. То есть топливо, нам надо отремонтировать корабль. Это внешняя панель, наверное, отвалилась при приземлении. Пожалуйста, найди и просканируй. Если собьешься с пути, то всегда сможешь нажать на кнопку «Исследовать», чтобы снова увидеть местоположение. В общем, надо какую-то часть нам еще найти.
Эта машина удаляет твое тело в исходной точке и печатает копию в нескольких метрах. Это телепортатор, короче. Телепортатор, ребят. Так, а просканировать дроги, чтобы отследить повреждения. Это не должно так выглядеть. Но это отвалилось, да, один из двигателей, кстати говоря, отвалился. Да, это же двигатель получается. А, так, просканируйте отсутствующую панель. Пойдемте. Просканируем отсутствующую панель. Ну, вот такая вот игрушка на Unreal Energy. Ну, в принципе, неплохая. Прикольненько. В свое время почему-то она не особо вызвала резонанс какой-то у игроков. Но игрушка на самом деле прикольненькая. Такая, она простая, да безумие простая, ребят. А, вот и наша пропавшая панель. Отлично. На будущее. Помощь в поиске цели выбранного задания можешь ориентироваться с помощью функции исследования. Дротик более-менее цел, но нуждается в незначительном ремонте, если мы когда-нибудь захотим опять взлететь. О, картографы нашли инопланетный сплав, который мы можем использовать, чтобы отремонтировать корабль. Дай-ка я отмечу место на карте. Так, время ремонта. Так, ну, нам туда, да? У нас в левом верхнем углу выносливость и здоровье. У нас здоровье 3 палочки, но мы эти 3 палочки можем улучшить до... Ну, больше сделать. Для этого нам надо кое-что будет находить. Я сейчас покажу, что надо находить. Я обнаружил хрупкую поверхность поблизости. Просканирую, чтобы подтвердить. Эти кристаллы выглядят очень хрупкими. Можешь выместить на них накопившуюся агрессию. Так-так, похоже, тебе понадобится инструмент получше, чтобы двигаться дальше. Твой 3D-принтер на борту дротика. Добавлен новый этот чертеж, но для изготовления тебе понадобится ресурс, который можно найти в местной фауне. Пощечина. Не можем пробить, ребят, нам туда надо пройти, но мы не можем пробить. Нам надо вот этих милых созданий поубивать, ребят, к сожалению, да. Нажмите Е, чтобы ударить, да, и зажмите. Да, нам придется вот этих милых созданий, ребят, убить. Для того, чтобы получить ресурсы, представляете? Насколько жестокая игра, да? Жестокая игра, неоправданная жестокость. Эй, ты только глянь, тебе удалось отыскать углерод. Повезло тебе. Отличная работа, у тебя достаточно углерода, чтобы создать базовый плазменный пистолет. Кочевник, 3D-инструмент. Принтер в дротике готов. Вот так вот, вот так. Не стану врать, мне так как-то не по себе. Они такие милые и такие сочные. Да, они такие милые и такие сочные. Это, кстати, гроб, единственная еда во вселенной, в которой вкус полностью соответствует чему-то там. Так, это гроб, это, короче, приманка, ребят. Вот эта хрень на Q можно кидать, это приманка. Вот, это приманка, короче. Чтобы животных приманить. Ну, монстров всяких этих. Пойдемте сделаем бластер свой первый, ребят. Ресурсы доставлены. Каждый раз, возвращаясь на дротик, ты автоматически оставляешь на корабле собранные ресурсы. Однако все, что ты бросишь за пределами корабля, там и останется, пока ты самостоятельно не соберешь это и не принесешь на борт. Краб, супер вкусная мега-флора отстойная, прямо с отстойной фермы. Четвертая в рейтинге лучший продукт питания во вселенной, стала еще сочнее. С добавкой платиму студени, минеральным комплексом 20 миллионов. А там имитирующий практически любой продукт или напиток. Попадая прямо в желудок для максимального удовлетворения. Охренеть, вот это еда, ребят. С любым вкусом, говядина, курица, кукуруза, шоколадный мусс, леденец, бургер, майонез с васаби, лук, лазиза. Пармезан, ванильные сливки, эклер, змеиный стейк. Это все одно, прикиньте. Ананасовая пицца, селезневые ягоды, какие-то пельмени с фекальным сюрпризом. И 3 миллиона других вариантов. Вот это выбор, вот это вкус. Гроб, абсолютно полностью искусственная еда завоевывает землю. Не будьте снобами, замени еду гробом. Что-то, условия и ограничения. Короче, вот это вот еда, ребят, это гроб, который ты ешь с любым вкусом. Там лазанья, прочее, там с какими-то фекальными отходами, короче.
Это вот такая еда. Это в будущем, да, ребята, что поделать. Так, оружие. Давайте созданием оружия. У нас наконец-таки появилось оружие, ребят. Вот, пистолет качаем. Теперь у тебя есть оружие. Самая важная вещь для любого колонизатора. Это оружие, ребят, можно улучшать. Увеличение урона, кумулятивный выстрел, усовершенствованная батарея, то есть дольше хватает, быстрая перезарядка. То есть это мы все будем с тобой изучать. Потом предметы разные, снаряжение, там, протонная нить, всякие пробосборник. Позволяет извлечь живой образец из живой ткани. Вот, то есть вот это все мы будем изучать. Ранец будем усовершенствовать. Прыжковый двигатель. Вот это вот все надо будет. Это визор лучше сделаем. Вот, то есть это все будем постепенно улучшать, улучшать, улучшать. Здоровье 30, выносливость 5. И на хурма. Ах ты, курва. Вот, ладно, пойдемте. Сохранение здесь автоматически, ребят. Вот, пойдемте изучать мир. Вот, у нас сейчас задание будет, надо изучать мир. Нам надо ХП увеличить. Температура окружающей среды 27 градусов. Биопараметры в норме. Вот, нам надо будет патроны бесконечные, ребят, если что. Вот, патроны у нас здесь бесконечные. Сразу лучше перезарядить. Перезарядочка у нас пока долгая, но а что поделать? Вот. Вот это место, которое мы с тобой будем изучать. Вон там какое-то место интересное есть. Видите, там черепа. Это очень интересное место. Найдите инопланетный сплав. Journal to the Savage Planet. Путешествие по дикой планете. Это может звучать странно, но ты видишь огромную башню, нависшую над тобой. Я спрашиваю только потому, что мои системы, скорее всего, функционируют правильно, но наши первоначальные исследования показали, что здесь не должно быть никаких признаков разумной жизни, а это прямо противоречит нашей гипотезе. Я немедленно свяжусь с твоим начальством. Минутку, пожалуйста. То есть здесь не должно быть никакой разумной жизни, но там есть какая-то разумная жизнь. Нам, кстати говоря, туда. Это будет, видимо, у нас финал. Вот, игрушка не длинная, если кому-то интересно. Пощечину, наказан. Вот, игрушечка не длинная. Так, у нас ХП, ребят. У нас в верхнем левом углу 3 ХП. Что нужно делать для того, чтобы это ХП увеличить? Знаете что? Я получил срочное сообщение касательно башни от нашего генерального директора. Ты можешь насладиться его просмотром на борту дротика. Возвращайся, как только сможешь. Что нужно делать, ребят, для того, чтобы... Эта штука выглядит отвратительно, и мягко, и пружинисто. Что нужно делать? Нужно собирать кое-какие штучки. Нужно собирать кое-какие штучки, ребят. Сейчас я покажу, какие. Тут нычки всякие есть. Всякие штучки, дрючки есть. Блин, они агрессивно настроены. Так, мини-ядерный взрыв произошел. Так, собираем ресурсы. Нам их придется убивать, ребят. Нам нужны ресурсы с них. Углерода, кремний нам нужен. Это чтобы прокачиваться. Так, а где у нас здесь есть какие-то ресурсы? Нет, пойдем. Тут где-то были ресурсы, я знаю. Вот это хилка, ребят. Вот это вот так раз. Оп, это хилка. Можешь подхилиться. Так, оу. Да блин. Оу, мы дыхнули. Вот это да, вот это газ, вот это классно. Пойдемте, знаете, куда сбегаем? Вот это, по-моему, тоже можно будет, нет? Собирать. Вон там он фигнюшечка, видите, вон там стоит. Вот эта фигнюшечка нам нужна. Она увеличивает ХП. Бог, мини-ядерный взрыв, видали? Вот так вот, ребят. Так, я обнаружил поблизости органическое соединение, которое может быть полезно для наших исследований. Пожалуйста, просканируй его. Вот эта вот штука. Короче говоря, вот, да, нам говорят, чтобы ее исследовать. Это, короче, как раз-таки хилка. Я ее сканировать не буду. Я же не дурак. То есть это, чтобы нам больше ХП давалось.
Вот, нам плюс одно хп дали. О, ты что, отправляешь в рот инопланетную штуковину, даже не сканируя? Ну... То есть это отличный способ выжить на враждебной планете. Хотя, похоже, это... Штука и правда улучшила твою иммунную систему. Что ж, поздравляю. Да, действительно, она улучшила нашу систему. У нас плюс 1 хп. У нас теперь 4 хп. Но теперь для того, чтобы улучшить еще нам плюс 1 хп, нам нужно уже 2 штуки будет, а не 1. Вот нам, по-моему, нужно будет 2 штуки. А не 1, ребят. Так, нам куда? Подождите, Z. Нам туда, да, нам туда, вот на основной остров. Но мы с тобой... Так, нам надо на тап, да, еще нажимать? Это что? Это остатки намного старше всего остального на этой планете. Ага, понятно, пещера какая-то. Пойдемте. Секрет какой-то нашли. А вот, пожалуйста, видите. Оп, ресурс. Это не я его убил, не я птенчика убил бедного. Так, еще одну. Но теперь нам надо, ребят, 2. Чтобы хп сейчас увеличилось, нам надо 2 штуки таких. И как нам пройти в этот, я не знаю. Это что? Что это? Да, блин, я опять под наркотиками. Под какими-то. О! Так. Тут, по-моему, дабл-джамп должен быть у нас. Со временем должен быть дабл-джамп. По-моему, со временем вот эту хрень мы что-то с ней сможем бороться как-то. А, да, вот, видите, она здесь перекрывает. Да, видите, там это... Там ресурсы, эта хрень. Да, со временем мы как-то сможем туда кидать, что-то делать. И вот здесь, видите, у нас тоже, вот здесь тоже еще хилка. И там ресурсы. И нам здесь перекрывается. Ладно, пойдемте. Это потом мы сможем уже с тобой заходить. Правда, не знаю, когда, но мы сможем. Вот это место выглядит очень подозрительно, ребят, да? Согласитесь, такое озеро. Бассейн Желемахов. Опа. Ну-ка, ешь. Так, все, еще плюс 1 хп. Так, что ж, хорошие, плохие новости. Хорошая новость, я съедаю это там, в общем, читайте, я сейчас повою. Что большинство твоих костей были заменены твердыми космическими опухолями. В общем, то, что вроде бы хорошо, ты жрешь их, да, но, говорит, и плохо. Это как бы и хорошо, как бы и плохо. Ой, я, кстати говоря, еще одну штуку вижу. Так, мы сейчас сюда зайдем. С сенсой, знаете, в чем есть здесь проблема в этой игре? С сенсой, она какая-то слишком дерганая. Так, это ресурсы собираем. Углерод. Опа, еще, видите, вот это вот надо всю собирать, ребят. Вырастать будет не только, по-моему, хп, но и выносливость растет. А нам это очень надо. Вот ресурсов здесь до хрена, монстры вот эти все, мобы, они возвращаются. То есть их нельзя всех поубивать, они потом отхиливаются. Это прикольно. Вот такой лес у нас. Зеленые дебри Зила. Зила, ребят. Не Урала, а Зила. Так, а нам куда? Нам туда. Хоп. Хорош. Вау, сочная штука, бонус добычи. Так, ресурсы все собираем. Опа, тут куда-то можно зайти вниз, ну-ка. Тут исследовать, ребят, именно смысл в том, что надо все-таки исследовать. Тут некоторые моменты мы, конечно, можем сразу зайти. Вот это то, что блестит, кстати говоря, это, по-моему, нужно нам какую-то хрень, которая нас будет подтягивать.
По-моему, это что-то не очень хорошее. Так, направим сюда, сбегаем, посмотрим, что здесь. Кстати, ледяное убежище Кейна. Смерти здесь нету, то есть если мы умрем, мы перерождаемся просто на корабле. А вон там вон штука вот эта висит. Такие милые животные приходится убивать, ребят. Но я не специально. Я не знаю, что здесь есть. Это, по-моему, ресурсы. Это не ресурсы, это какая-то хрень это. Ну, я не знаю. Ладно, пойдем сюда по заданию. Тут мы что-то не можем запрыгнуть. Наверное, потом сможем запрыгнуть. Тут даблджамп, видимо, нам нужен. Вот, нам надо бежать туда с тобой. Побежали. Чё-то я никуда, не туда что-то зашел. Ну, хоть поисследовать, ребят. Но мы это все исследуем, наверное, более-менее. Более-менее, ребят, все исследуем, но не знаю, насколько более-менее. Так. А, здесь надо тягучкой, да, будет этой, да. Видите, подсасываться. У нас типа этого должно быть. Здесь какая-то дыра есть. У нас типа этой будет. Крюк кошки. Типа крюк кошки, мы будем летать. Там какая-то хрень. Так, ладно, пойдемте. Здесь мы посмотрели, побегали. А, здесь есть забавные существа, ребят. Вот эти вот. Вот эти вот. Они орут, как девки. Как мои хейтеры, ребят. Они орут, как мои хейтеры. Привет. Как хейтеры, ребят, орут мои. Так, на меня напали, я защищался. Все, отстаньте. Ну, я же защищался, я же говорю, я защищаюсь. Хейтер? Вот так вот выглядят мои хейтеры. Орут, как девки. Так, углерод, кремний у нас есть. Пойдемте. Бегают, орут. Вот здесь есть еще одно такое местечко. Вот это отмычки все, вот это вот надо будет зачищать, ребят. Ну, как бы, возможно. Это опять же ХП. Уровень выносливости повышен. Есть другие хорошие новости. Помнишь те опухоли, которые заменили твои кости и улучшили выносливость? Они распространились на мышечные ткани нижней части тела. И теперь у тебя твердый, как камень, ягодица. Ты ведь в восторге? А жопа твердая, ребят. У меня жопа как орех теперь. Конечно, я рад. А кто ж не рад жопе как орех? Любая же девушка мне позавидует. Теперь у меня жопа как орех. Да, не то что у этих девушек. Извини, бро. Ну, не агрессивный, но я агрессивный, ребят, просто. Туда надо будет, но это туда надо прыгать будет. Так, нам сюда по заданию. Как бы тебе не хотел, сейчас тебе такой прыжок не совершить. Но не волнуйся. Картографы обнаружили залежи редкой жидкости, которую можно использовать для синтеза топлива для прыжковых двигателей. Тебе надо заняться ее поисками. То есть даблджамп, да, нам нужен. То есть даблджамп, ребят. То есть нам, по сути, говорят, сюда тебе как бы рано. Ты можешь зайти, но сюда тебе рановато. Кстати говоря, мы можем вот сюда вот спуститься, я вижу. Вроде бы. Немножечко можно здесь побегать. По низу. Пособирать ресурсы, пофармить. Ну, что тут будет? Ох. Какая-то хрень, которую мы пока, видимо. Нет, эту хрень мы пока убрать не можем. Эту хрень пока убрать не можем. Там, короче, ресурсы, ребят.
Кремни еще взяли. Хорошо. Давайте пробежимся здесь понизу, что-нибудь, может, нащупаем. Он тут орет, я прям слышу. Секрет поблизости. Ну, секрет, чтобы открывать, нужны... Нужны определенные навыки, ребят. Может, там где-то секрет наверху? Не знаю. Но эти мы пособирали ресурсы. Ладно, пойдемте. Пойдемте по заданию, ребят. Можно, в принципе, не бегать как бы свободно. Можно просто идти по заданию. Нас все равно сюда приведут. И потом это все собрать. В принципе, да, нам надо вот туда. Зеленые дебри Зила. Так, прыг-прыг, найти и извлеки нужный образец. Хватит орать, хейтеры. Хейтеры бегают, орут. Психопаты. Ну хорош ты, успокойся. Че ты орешь? Хейтер. Ну какие хейтера, блин. Это же хейтерочки. Вот здесь еще какое-то тайное место, ребят. Не знаю, что это за тайное место. Nope. Так, нам надо будет на корабль бы вернуться, ребят. Нам надо бы улучшить свой костюм. Ну, этот улучшить. А, все потерял, блин. Хорошо, что ресурсы, ребят, бесконечные. Можешь, конечно, исследовать вот это все. Наверное, упал с ближайшей башни не менее 400 лет назад. Можешь, конечно, исследовать, но я не знаю, зачем. Но здесь тут интересная вещь, она не снимается. Ресурсики собираем. Хорош. Так, ну-ка вот это соберем. Ну, здорово, мы находим нечто, оказывающееся инопланетным калом. Чего? Первое желание — просто выбросить его, ведь мы могли бы использовать его, например, как натуральный клей. Ну что, теперь будем какашками разбрасываться? А, это вот эта вот какашка, клейкая желчь. Это какашка инопланетная? А я какашки инопланетные собираю, ребят. А, клейкая желчь. А что она делает? Студийный шар какой-то. Ну давайте какашки пособираем, ребят. Я не понимаю, эта планета должна была быть лишена разумной жизни, но эти строения, вот просканирую вот это. А, да, кстати, смотри, к строению, она же, говорят, без... Это... Должна быть пустой. Выглядит как какое-то транспортное устройство. Если восстановишь его работу, он может тебе здесь убить и сделать клона у любого из активных точек. Ой, прости, я хотел сказать телепортировать. Он меня убивает и делает там клона. Со всей памятью, со всем, то есть с information, которая нам это... Которая хранится у нас. Так... Это, короче, телепорт, ребят. Просто телепорт. Прежде чем начать Kinder Red, требует, чтобы я тебе 14 страниц освобождающих... А, типа, читает... Снаружи дротика. Место посадки. На дротик. Короче, прочитал мне эти, как вон. То, что если телепортируют меня как-то криво, они не виноваты. Если хочешь, можешь создать улучшение. Алюминий, кремний. Да, у нас куча улучшений. Так, что здесь... Давайте посмотрим. Алло, эта штука работает? Прости, дружище. Это наш директор, я напоминаю. Привет, не знаю, как тебя зовут. Извиняюсь за односторонний характер разговора, но знаешь, для общения на огромных расстояниях вариантов нет.
Значит, насколько я знаю, ты на UR26, я видел первые данные. И должен сказать, что у меня есть несколько вопросов. Ты знаешь, что на первичных исследованиях планетах не было признаков разумной жизни. Дело в том, что твоя планета, она неправильная. Неправильная. Странная, необычная. Нам нужно знать, что внутри этой конструкции, ясно? Как наши сканеры упустили это? Кто это построил? Выясни все, что только сможешь. В конце концов, мы ищем новый дом для человечества. И передавай эти данные прямо мне, ясно? Я уже обновил протокол передачи данных. Пока что это будет нашим маленьким секретом. Психопат какой-то у нас директор. Куски мяса, жиры и хрящи летят в мусорный бак. Какое расточительство. Или тот же в туалет. Отвратительно. Сделать из мясных отходов мясного приятеля. Милый восстановительный компаньон от Шмалу. Просто возьмите мусор животного происхождения, гнилые мою или лабораторно выращенный белок, засыпьте ее в воронку, выберите количество и тип конечностей, и всего через 4 кликпера у вас будет готов обниматься с малышом. Привет, мамочка. Мясной приятель. Ваш любимый малыш от Шнайр получил это там. Зачем, говорит, ошметки выбрасывать, говорит, просто сделать себе мясного приятеля. И правда, на самом деле из ошметков у нас колбасу обычно готовят, ну да ладно. Так, давайте улучшим оружие, я думаю, ребят, давайте улучшим оружие. Что мы оружию сделаем? А батарейку больше сделаем, давайте. Больше выстрелов, меньше перезарядок. Увеличивают емкость батареи, пистолета давайте сделаем. Давайте сделаем больше этих... Увеличение урона давайте тоже сделаем. Увеличение урона. Кумулятивный пока ничего не будем делать, да? Предметы. Предмет снаряжения. Тут тоже пока ничего улучшить нельзя. Ранец. Даблджамп. Прыжковый двигатель. Дополнительное ускорение в воздухе. Находясь в воздухе, еще раз нажмите пробел, чтобы прыгнуть. Нажмите, чтобы уклониться. Лучше, наверное, Alt. Пусковой ускоритель. Так, удерживайте Alt для зарядки и отпустить для активации. То есть дабл джамп. Так, ранец, да, нам надо ранец, ребят, найти. Но это, наверное, уже будем делать в следующей серии. В этой серии у нас вот так вот все получилось. Вот, прыг-прыг. Ага, научные эксперименты. Прогресс 14% мы, ребят, вот за одну серию, считай, 14% мы уже прошли сюжета. Вот. Ну, как бы там не сюжет, а исследование. Безумный доктор. Ладно, пойдемте. Пойдемте, ребят, до следующей серии продолжим, я думаю. Температура окружающей среды 27 градусов, биопараметры в норме. Так, а меня как сохранит? Чё это? Какашки я пособирал планетные. Так, а чё нам надо? А чё мне надо? Так, подождите, а мне чё по заданию надо? метра. Серию хотел закончить. Не дают закончить серию, ребят. А, тут какая-то это пещера. Обнаружена область мерцающей пещеры чудес. Красиво. Ничего не скажешь. Найдите и извлеките нужный образец. О. У нас теперь пистолет более мощный, ребят. Теперь мы разносим всех на ура. Собираем ресурс. Тонны ресурсов. Игрушка, как я уже говорил, простая. Максимально простая. Это что? Охренеть, фонарик? На 50 секунд? Хм. Ну, я, в принципе, здесь и без фонарика видно. С фонариком как-то немножко поприятнее, да, ребят? Можно вообще эту игру всю заспидранить.
Да, какие-то, смотри-ка, инопланетянки, тоже инопланетные. Шаткое святилище. Так, ребятушки. Извините. Я с вас углеродик пособираю, вы не против? А здесь, кстати, боссы будут, ребят. Жесткие боссы. Жесткие они нас будут. Жестко прямо. Это тыры-пыры. А что делать? Куда идти? Хотел серию закончить. Не дают. Говорят, играй. Дальше 50 алюминия. Хорош. Да, это инопланетяне какие-то. Извлеки и проанализируй. Что это такое? Wow. Ух ты, это, пожалуй, первый задокументированный образец инопланетного искусства. Святилище прыжковых двигателей. Чернильная жидкость этого святилища пригодится для ремонта прыжковых двигателей. Мы просто обязаны взять образец. Ну, давай. Черпай. Взяли. Отличная работа. Теперь у тебя достаточно ресурсов, чтобы распечатать новенький прыжковый ранец в дротике. Хотя этот образец не протестирован, безопасности никто не обещает, с ним точно будет весело. Ага, безопасности никто ничего не обещает, ну как всегда. Все, в принципе, можно в дротик, да, там и закончим. В дротике, подротим. Идем без фонаря, мы крутые с тобой пацаны. Крутые пацаны всегда ходят без фонарей. Вот, только четкие пацанчики. В принципе, там, по-моему, ресурсы мы все собрали. Не знаю, может, я что-то там упустил, где-то был этот ценный ресурс. Ну, был так был. У нас, так заметь, уже 6 полосок ХП. Было 3. Выносливости уже больше, то есть бегаем мы дольше. Мы красавчики. Ой. Не туда нажал. Вот по этим кристаллам, по-моему, тоже можно будет прыгать, то ли чё. Ну, да, вот мы сможем забираться, да. Туда вот можно будет. Это еще только начало, ребят, как бы. Так, в дротик, да. И в дротике мы закончим. Ресурс доставлен. Что это? А, минималка макаки микрожизнь. Макаки микрожизнь — самый полный симулятор жизни на Земле. Создавайте крохотные человеческие формы жизни, добавляя охлажденную тяжелую воду в пакет с порошком микрожизни, и затем за считанные минуты вырастут обитатели мини-молла. Наблюдайте за тем, как они гуляют, занимаются шопингом и живут в собственном торговом центре, не подозревая в вашем присутствии. Умилитесь обычной деятельности землян. Или объявить черную дыру и отправить микропокупателей в жестокую охоту за скидками, в которой выживет только сильнейший. Мини-мол, макаки, микрожизнь со стабилизирующим бактерией мола, что-то с порошком, мини-землянами и палочкой для перемешивания от компании Мини-Лаборатория. Пиздец. Пиздец, ребят, пиздец, да? Давайте сделаем прыжковый двигатель. Наркомания полнейшая. Я так вижу, тебе удалось улучшить ракетный ранец. Хотя там нормально летать, он все же позволит тебе получить доступ к крайним местам с минимальным выбросом атмосферным загрязнения. Да, загрязнение минимальное. Кумулятивный заряд, кстати говоря. Кстати, давайте прокачаем, я думаю. Требуемый элемент не обнаружен. Даже требуемый элемент не обнаружен. А где его надо обнаружить? Чем быстрее перезарядка, тем меньше страха и необходимости уклоняться. Быстрая перезарядка. А где мне его найти-то? Мне быстрая перезарядка нужна, ребят. Сохранение данных прошло. Так, а чё мне? Не туда, да, там. А где найти, интересно, быструю перезарядку?
temperature 112 degrees. Biosigns nominal. Nominal. Так. Двигаясь назад или в сторону, нажмите, чтобы уклониться. Ой, на колесико мышки как неудобно. Надо на колесико мышки нажимать, чтобы будут уклоняться. Чук. Как неудобно, ребят, на колесико мышки. Так. А куда я побежал? Мне, наверное, все как бы это... Мне, наверное, все надо серию заканчивать. Что, кстати говоря, можешь залезть, да? А, теперь у нас дабл джамп, да, получается. Это что? Это надо выкидывать. Это какой-то взрыв. Ого. Хлоп, я думаю, что за это опасность держаться. Сможешь собрать больше данных киндера, возможно, сочтет для достаточно ценных изготовлений данных улучшений. Так, подождите. Может, надо туда? А там же, помнишь, там это была хрень. Блин, серию хотел закончить. Привет, хейтер. Да, там что-то открылось. Ну, хватит орать, хейтеры долбанные. Банутые. Хватит орать. Хейтерочки. О. Во. Так, нам еще одна нужна, и у нас ХП увеличится это. Потрясающе, вероятно, только что собранные семена принадлежат какому-то растению. Интересно... На чем они растут? Семя. У нас разные семена есть. Семя зацепа какие-то есть. Клейкая желчь. А. Разные всякие штуки есть интересные. Так, подожди, знаете, что я помню? Блин, интересно стало. Сейчас углерод пособираем, кремний. Вот здесь, ты помнишь, было... Там что-то надо сделать, да, по-любому? А может было ускорить перезарядку, понял? Вот здесь вот. Здесь какое-то электричество. А у нас, может, что-то есть из этого? Клейка желчь, студийный шар. Нет. Ну-ка, может, типа, клейкая, не знаю. Интересно, что-то здесь надо сделать. Интересно, что, да? А вот с этим как работать? Вот с этим... Вот с этой вот херней тоже как надо работать. А, это липкая, да, хрень? Понятно, прилипалка. Ладно, ребят, сохранение профиля, сохранение прогресс компании. Все, у нас сохранение прошло, уходим в главное меню. Да, увидимся с тобой уже в следующей серии, побегали, что-то поизучали. Там что-то как-то можно будет, наверное, пройти, но уже в следующий раз пройдем. Вот, пойдем дальше по заданию, там, наверное, будет у нас какой-нибудь первый босс, наверное, и что-то еще. Увидимся с тобой уже в следующей серии, всем до встречи, всем пока.